Доброе утро, дорогие партнеры. Доброе утро, каждый уголок нашей необъятной России. Очень рада, что вы сегодня на утреннем кофе в этот день. Да, как Вера уже сказала, спасибо, Вера, тебе за представление. Вчера думали, что будет тема про стельки более глубже. Но в период подготовки здесь что-то всплыла сауна Бугуа. Мне так захотелось ее более детально изучить. Почему же такие эффекты дает наша сауна Бугуа? Многие любят, наверное, большинство любят из нас ходить попариться в баньку или в сауну сходить, да. Известно, что сауна – это баня с горячим, только сухим воздухом. И сауны бывают основного типа, да, то есть это обычные, в которых согревается воздух. И есть инфракрасные сауны, в которых используются различные материалы в области нагрева. И сауна, как известно, это эффективный способ, чтобы улучшить здоровье. Вот наша сауна – это как раз-таки сауна, можно сказать, инфракрасная сауна. И не только она инфракрасная, да. Наша сауна улучшает микроциркуляцию, стимулирование метаболизма, нормализует энергию инь-янь, противовоспалительное действие, снятие болевых ощущений, детоксикация, косметологический эффект, укрепляет иммунитет, усталость снимает и улучшает качество сна. За счет же чего такое оздоровительное воздействие сауны? Многие сауну нашу приобрели уже при регистрации сразу, да, многие при повторных покупках, то есть я об этом еще расскажу. Кто бы уже не приобрел, отмечает прекрасный эффект оздоровления, воздействия сауны Бугуа на организм. И достигается это за счет физических свойств камней, которые используются в нашей сауне. Это турмалин, бенши и черный нефрит. Это основные материалы. С помощью камней и уникальной матерчатой конструкции создается в сауне микроклимат, который оказывается вот как раз-таки такое терапевтическое благоприятное воздействие на организм. Нормализуется баланс инь и янь и циркуляция жидкости организма. Как известно, да, один из основных камней, которыми уложены, можно сказать, да, который располагается на стенах нашей сауны Бугуа, это турмалин. Турмалин, с турмалином мы уже многое о турмалине многое знаем, да, встречались. Есть еще такая особенность, да, вот здесь вот я когда изучала, что турмалин обладает удивительной способностью при нагревании. Когда он нагревается, он выпускает электрические заряды. Данное явление, которое называется пироэлектрический эффект. Вот этот пироэлектрический эффект, о нем еще сообщалось, можно сказать, в 300-х годах даже до нашей эры. Более детальное уже изучение вот этого эффекта турмалина в 19 веке показал опыт немецкого ученого Августа Кунта, который при разогреве кристалл турмалина, при трении, в процессе трения, показал, что одна часть кристалла турмалина заряжается отрицательно путем нанесения смеси порошков и превращается в ярко-желтый цвет, а другая положительно окрашивает красно-оранжевый. А в результате охлаждения происходит обратный процесс. То есть то, что было отрицательным, он начинается в положительный заряд переходить, а то, что было положительным, в отрицательном. То есть вот такая вот еще особенность турмалина. Вот изменение именно поляризации в кристалле турмалина при его нагревании и охлаждении дает вот этот пироэлектрический эффект. И за счет вот этого нагревания, соответственно, турмалин отдает, да, выделяет большое количество
анионов. Благодаря вот этому большому потоку анионов, пироэлектрическому эффекту, в сауне, находясь в сауне, благотворно улучшается, благотворно идет воздействие, укрепляется иммунитет, улучшается обмен веществ, способствуется регенерация тканей. Кроме того, в сауне турмалин излучает инфракрасное излучение, которое, в свою очередь, также благотворно влияет на рост и развитие организма. С инфракрасным излучением мы сейчас очень часто, да, сталкиваемся. Инфракрасное излучение у нас в прокладках, да, анионовый чип с инфракрасным излучением. Что же это такое более подробно? Инфракрасное излучение уже достаточно давно применяется в медицине. Впервые стало использоваться в целях лечения в Корее и в Японии еще, ну, в принципе, не так давно, в 70-х годах, но инфракрасные лучи почему используются в медицине, при физиотерапии? Они хороши тем, что они не перегревают кожу, то есть они проникают в более глубокие слои, но при этом не обжигают и не перегревают кожный покров и позитивно воздействуют на ту или иную часть организма. Инфракрасное излучение, инфракрасное тепло применяется при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. Остеохондроз, артрит, остеоартроз, гангрена, растяжение, вывихи. При заболеваниях нервной системы используется инфракрасное излучение. А при заболеваниях дыхательных системы, бронхит, пневмонии, бронхиальная астма, ЛОР заболевания, помогает бороться с простудными заболеваниями, с кровотечением из носа, увеличивает сопротивляемость, инфракрасное тепло увеличивает сопротивляемость организма инфекциям и сдерживает процесс размножения вирусов. Кроме того, инфракрасное излучение сауны воздействует на организм, улучшает снабжение крови, расслабляет мышцы, облегчает боль и появляется ощущение комфорта и покоя. Кроме того, вот когда активизируются все клеточки организма, начинает ускоряться ток крови, открывается и очищаются поры, усиливается потоотделение. Почему начинается такое потоотделение, когда находишься на инфракрасной сауне? Да вот за счет того, что все клеточки организма начинают активизироваться, да, кровь циркулироваться. И за счет этого, соответственно, происходит восстановление клеток кожи, клеток внутренних органов. Очень хорошо использовать сауну при воспалительных процессах, болевых ощущениях, спазматические боли, у кого имеются проблемы с кожей. Если нарушена сердечно-сосудистая деятельность, да, инфракрасная сауна помогает очистить организм от ненужного холестерина, который закупоривает сосуды и не дает нормально циркулировать крови по сосудам. Тем самым снижается риск заболевания сердца, делает сосуды более эластичными и упругими. Давление, вот многие тоже задают, можно ли, если давление, использовать инфракрасную сауну? Вот как раз давление при принятии инфракрасной сауны нормализуется. Нет влияния на давление, наоборот, высокое, как это чаще всего бывает, так сказать, в банях, да, что противопоказание по давлению. Здесь наоборот, если повышенное давление, то оно обязательно понизится, а если пониженное, то наоборот будет действие обратного характера. То есть вот такой еще момент. Кроме того, инфракрасное тепло, это тоже все, вот это все инфракрасное тепло, благодаря нашему замечательному минеральному турмалину, способствует освобождению не только сосудов, от шлаков и токсинов, а также всех органов, особенно почек. Так как во время нахождения в сауне происходит обильное потоотделение, которое и выводит вредные вещества, скапливающие у нас в организме. Снижается отечность.
если есть проблемы с пищеварительными органами, под воздействием инфракрасных лучей исчезают проблемы с двенадцатиперстной кишкой, облегчается протекание гастритов, то есть более желудочно-кишечный тракт также откликается на вот это инфракрасное излучение, тоже благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Инфракрасное излучение способствует активизации иммунной системы. Как я уже говорила выше, да, это простудные заболевания, проблемы с дыхательными и заболевания с дыхательным. То есть организм активизирует усиленную борьбу с вирусами, и простудные заболевания просто уходят на задний план. Что же инфракрасное излучение ускоряет заживление? Заживление любых тканей, будь то переломы, ушибы или растяжение мышц, различные гематомы, эффективно лечатся послеоперационные раны. Вот почему в прокладках, да, мы очень часто из прокладок используем чип, да, если ожог, там что-то ушиб, порезались, мы сразу начинаем чип использовать, потому что турмалин излучает инфракрасное излучение, то есть анионовая вставка, вот эти благотворные влияния анионов и инфракрасное излучение, быстрое заживление, то есть это самый быстрый показатель, как работает инфракрасное излучение, почему мы так любим использовать, лучше лейкопластырь считаем. И многие заметили, побывав в нашей сауне, что эффективно идет борьба с целлюлитом. Это тоже момент, то есть очистка кожи, вот, уходит целлюлит, кожные заболевания. Благотворное имеет воздействие вообще косметические эффекты. Кроме того, турмалин, мы уже сказали, да, анионы, большой поток анионов, инфракрасное излучение, а еще турмалин создает магнитное поле. И на прокладках, и на стельках, да, у нас там есть магниты. Для чего же вот нужны магниты? Вот я, да, очень часто задавался вопрос, для чего нам магниты нужны, да, вот все, магнит, биомагнитный пояс, стельки с магнитами, сауна излучает магнитное поле. Почему? Для чего оно? Оказывается, магнитное поле очень сильно влияет на жизнедеятельность всего, что живет на Земле. Сейчас вот магнитное поле, да, ослабевает, воздействие магнитного поля Земли ослабевает на нас. То есть большинство людей живет в высотных домах, очень много транспортных средств, и это все идет ослабление. Вот с таким опытом столкнулась, то есть врачи провели опыт по воздействию постоянного магнитного поля на микробы. Они в две металлические емкости поместили бактерии, причем в одной по чашку с бактериями положили постоянный магнит, и через сутки стали активно размножаться бактерии, где был постоянный магнит, воздействие магнитного поля. Бактерии в емкости, где не было постоянного магнитного поля, а магнитное поле Земли экранировало, то есть распределялось, возвращалось, проявили активность лишь на седьмые сутки. То же самое, еще один из опытов, то есть отмечалось, например, кур, которые находятся курятники, сделаны из железобетона, перестают нестись. Вроде свет, еда, тепло, все есть, но куры не несутся. Как только туда положили магниты, куры стали нестись. То же самое магнитное поле ослабевает. Если мы находимся в городах, в больших, да, где много вот, инфраструктуры, метро, поезда, то есть вот это все, мобильные вышки, это все ослабляет магнитное поле Земли. Чем ближе к полюсу мы находимся, тем тоже меньше
магнитное поле воздействия на человека, ослабевает вот это вот воздействие человека. И то есть происходит, где вот такие вот ослабевания магнитного поля земного, реакция замедляется, и в организме начинается нарушение обмена веществ. Как следствие, вспыхивают многие заболевания. И если нет магнитного поля, все живое начинает погибать. Вот поэтому очень важно воздействие именно вот магнитного, да, создания магнитного поля. У нас как раз-таки в инфракрасной сауне за это отвечает опять-таки турмалин. Вот почему так много камней у нас в нашей инфракрасной сауне. Что же еще такого особенного, да? Вот в магнитное поле, как я сказала, кто ближе к экватору, да, в экваториальных странах, происходит снижение магнитного поля Земли, и это приводит к снижению действия всей иммунной системы. Снижается также магнитное поле во время поездки в поездах, в самолетах, когда находится человек в железобетонных зданиях, да, сейчас это практически везде, да, в каждом городе. Человек, так сказать, начинает экранироваться от магнитного поля, то есть защищаться из-за того, что он находится вот в таком окружении, да, вот это вот зданий, поездов, мобильных вышек, и сразу это начинает сказываться на состоянии. То есть причем сужение сосудов, нарушение обменных веществ, повышение утомляемости, снижение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой и иммунной системы. Это как раз-таки тоже воздействие всего окружающего и низкое воздействие магнитного поля Земли. Почему оно настолько важно? И сейчас вот все, что связано с магнитотерапией, это тоже одно из основных направлений ближайшего будущего, которое используется в медицине. И, естественно, да, анионы, которые всем известно, да, что турмалин у нас выделяет при нагревании, при трении, анионы устраняют свободные радикалы, препятствуют процессу старения и способствуют долголетию. Замечено, что, допустим, в тех местах, где добывается турмалин, люди, добывающие турмалин, более выносливые, более здоровые, и трава, которая произрастает в этих местах, где есть залежи турмалина, она в несколько раз гуще, чем в обычных местах. Второй камень, который используется в инфракрасной сауне, это бенши. Он содержит более 30 видов микро- и редкоземельных элементов, в том числе стронций, титан, хром, марганец и цинк. Бенши используется при массаже. При разогревании он улучшает обмен веществ, он снимает боль, улучшает моторику желудка и перистальтику кишечника, улучшает работу сердца и почек, нормализует кровообращение, испускаемые ультразвуковые волны от камня обладает массажным эффектом. Кроме того, камень бенши, благодаря вот его составляющим, да, из редкоземельных элементов, замедляет патологические изменения морфологии клеток, то есть не изменяется строение и форма клеток. Способствует обмену веществ и расслабляет, восстанавливает нашу нервную систему. Почему многие отмечали, в сауне посидишь, потом расслабляешься и очень спокойно и быстро засыпаешь глубоким продуктивным сном. Третий камень, который используется в нашей сауне Багуа, это черный нефрит. Что же делает черный нефрит? Чем же он так уникален? Черный нефрит выводит токсины из тела, он повышает эластичность кровеносных сосудов, улучшает циркуляцию крови и очищает кровь, прочищает меридианы, регулирует баланс энергии инь и янь. Да, многие
очень часто, да, вот регуляция энергии инь-янь, что это очень важно. То есть, когда начинается дисбаланс, появляется энергия ша, это смертоносная и пагубная энергия, которая начинает разрушать организм. Вот почему так важен этот баланс. Вот как раз-таки нефрит благотворно влияет на баланс энергии. Про регулировку баланса нас также отвечают и стельки, и средства личной гигиены, да, наши прокладки Анион, и очки, и другая продукция. То есть обратите внимание. Черный нефрит обладает бактерицидным, противозудным, противовоспалительным, более утоляющим действием, да, почему тоже эффективно, если кожные какие-то заболевания, сауна Бугуа благотворно влияет. Итак, основные функции сауны, да, это глубины, вывод токсинов. То есть в результате обильного потоотделения раскрываются даже те поры, которые не функционировали много лет. 30 минут нахождения в сауне – то же самое, что вы пробежали 10 километров. Из вас вышло, вы сожгли 300 килокалорий. Через раскрытие пор происходит выделение токсинов. Вместе с потом волна из инфракрасного излучения проходит на 3-5 сантиметров телом и тем самым сжигает избыточный подкожный жир, который в дальнейшем как раз-таки выводится с потом. Как известно, токсины, если в организме очень много токсинов, это причина многих заболеваний хронических. И почему мы сейчас очень обращаем, да, что очень важно почистить организм, почистить кишечник. Еще чистка организма, все мы знаем, что кожа – это первый и самый объемный, так сказать, орган, выделение, да, чистка организма через потоотделение – это один из важнейших способов детоксикации. А вот как раз-таки разогретый турмалин способствует, оказывает на организм глубинное шлаковыводящее и токсиновыводящее воздействие. Турмалин выведет все нечистоты, что накопились в клетках, удалит из тела всю грязь, так сказать, промоет орган, организм наш с головы до пят. Вторая основная функция нашей сауны – это нормализация кислотно-щелочного баланса. То есть нормальный кислотно-щелочной баланс – это залог здорового клеточного метаболизма. Обыкновенно у здорового человека среда внутренних жидкостей является слабощелочной. Тоже почему воду, да, рекомендуется пить не кислой, да, pH там не ниже 7,5, а слабощелочную или щелочную. Как раз-таки, чтобы нормализовать вот этот кислотно-щелочной баланс. При нагревании турмалина в пару образуется большое количество анионов, как я уже сказала. И тем самым вот это благотворное влияние анионов возвращает организм в здоровое слабощелочное состояние. А отсюда и нормальный обмен веществ, и крепкий иммунитет. И, соответственно, многие болезни уходят бесследно. Третья функция, благодаря камням, благодаря составляющим и функциям камней, это понижение уровня липидов и регулирование давления крови. То есть происходит активизация кровообращения, снижается давление. В свою очередь выводятся из организма шлаги, очищая кровь, понижается уровень холестерина, снижается риск развития атеросклероза. Инфракрасное излучение и биоэнергетические волны расширяют капилляры, что очень необходимо, да, особенно в постковидный период, в период профилактики, периферические. Сопротивление периферических сосудов снижается, прекращается спазм капилляров, кровь очищается, кровяное давление будет стабильным. Это очень важно, когда есть у людей атеросклероз, гипертензия, повышенная вязкость крови, постинсультное состояние. Да? Ну, повышенная вязкость крови, по-моему, на сегодняшний момент это очень актуальная такая тема. Многие отметили, что
Сауна в Гоа имеет косметический эффект. За счет глубокого, опять-таки, проникновения активируются клетки глубинных слоев. Получается кровообращение лица и всего тела. Обмен веществ вследствие термального воздействия удаляются излишки жира, омертвелые клетки, активируется работа всех клеток организма, а это и повышение общего тонуса, и улучшение форм тела, омоложение, подтягивание кожи, антицеллюлитный эффект затормозит, то есть использование нашей мини-сауны Бугуа затормозит процесс старения кожи, разгладит морщины, возвратит коже блеск, подтянутость, эластичность. Бактерицидное и болеутоляющее воздействие, да, но это опять-таки выделяемому инфракрасному излучению камней турмалинов и анионов. Они способны убивать кандидоз и стафилококк на 99,9%. Очень значительно понижает содержание других вредоносных бактерий. За счет улучшения циркуляции крови проходит боли в мышцах, суставах. Оказывается, очень сильно противовоспалительное, бактерицидное, болеутоляющее воздействие. И заживление ран практически любой этиологии происходит быстрее. Отмечается шестая функция, да, сауны, для чего она? Это снятие усталости. После рабочего дня, если очень тяжело, либо как-то каких-то много событий, да, после поездки можно прийти, подключить сауну и расслабиться. Происходит регуляция вегетативно-нервной системы, помощь при бессоннице. После принятия инфракрасной сауны будете спать крепким сном, и исчезает нервозность, стресс. То есть тело расслабляется, увеличиваются жизненные силы. Качество сна улучшается, быстро восполняются силы, снимается вот усталость и в результате, ну, вызванные рабочими или прочими какими-либо нагрузками. Важные функции сауны – это удаление свободных радикалов. Вот за счет того, что парообразование при использовании турмалина начинается при 45 градусах по Цельсию, а наша сауна может разогреть до 65 градусов, то есть мы это можем сами установить благодаря пульту управления. И выделяемое турмалином инфракрасное излучение, помимо теплового эффекта, еще обладает за счет высокой проницательной способности, глубоко оно проникает в организм и убивает раковые клетки. Вот этот момент, кстати, для меня был таким тоже небольшим открытием. И при этом здоровый, если он убивает инфракрасное излучение раковые клетки, при этом здоровые клетки остаются невредимыми. А во время парения из организма выводятся тяжелые металлы, которые способствуют накоплению тяжелых металлов, тоже способствуют ракообразованию. И вот вывод таким образом тяжелых металлов – это один из способов детоксикации. То есть вот через парообразование, через вывод токсинов, через поры, потому что при других иных способах детоксикации этого эффекта можно не достичь. Ну и, конечно же, организм благодаря такому огромному терапевтическому оздоровительному воздействию будет благодарить, будет дарить многие годы счастливой жизни, вырабатывать гормон счастья, укреплять силы организма и способствовать улучшению жизни, качества жизни, гармонии души и тела. То есть он всегда отблагодарит за это, да. Сауна, ну, после процедуры в сауне, то есть после того, как мы побыли в сауне, нужно обязательно выпить стакан, два стакана теплой воды, и желательно после принятия сауны не находиться, не переохлаждаться и не принимать душ. То есть лучше это отложить на следующий день. Сауна, как известно, у нас малогабаритна, занимает мало места, так сказать, это нужно буквально метр на метр.
Вес сауны небольшой, 8,5 килограмм. После процедуры можно просто протереть себя влажной полотенцем, и этого достаточно. Да? Сами можем установить максимальную температуру нагревания, да? Там от 45 до 65, ну, рекомендуемая идет температура. Временной отрезок, да, насколько вы хотите. Хотите вы там 20 минут побыть в сауне, 15 минут побыть в сауне. И человек, находясь в сауне, не ощущает вот такой высокой температуры, как мы обычно ощущаем в бане, да, или в обычной сауне, что это настолько высокая температура. То есть тело равномерно прогревается, идет лишь, человек замещает заметное потоотделение. Причем это потоотделение может быть не только в этот вечер или в этот день, оно может быть в течение пару дней, может быть с каким-то, с таким не совсем приятным запахом. То есть это замечательно, это значит, идет выход токсинов, выход всего плохого из вашего организма. И в дальнейшем ваш организм только вас поблагодарит. И, ну, естественно, да, такой момент, кому нельзя использовать с осторожностью сауну, нашу сауну Багуа, да, это предостережение, ну, то есть это обязательно нужно предупредить, это лицам с заболеванием щитовидной железы, беременным, младенцам и детям, лицам с онкозаболеванием и людям с металлическими имплантами и кардиостимуляторами. То есть, ну, нежелательно, конечно, об этом мы предупреждаем. И сейчас все знают прекрасно, что сауна Багуа – это прекрасное. Можно пригласить друзей, можно пригласить родственников, приобрести сауну. Во-первых, самому она стоит всего $600. По сравнению с другими саун, которые от 80 и выше, да, таких мобильных саун, пригласить на чашечку чая, попариться, не в обычном бане, потому что любим приглашать, да, а здесь мы пригласить домой на сауну, попариться, во-первых, самим побывать в этой сауне, ближайшее окружение, тем самым вы и сами можете приобрести. У нас сауна, да, $600, это при регистрации, при первичной покупке. При повторной покупке сауна уже будет вам в $450, это 31 500. И, соответственно, желающих иметь такую сауну всегда в вашем окружении будут. То есть насколько идет презентация продукции, насколько вы сами ее любите, полюбите, соответственно, и ваше окружение будет пользоваться этой сауной, и желать всегда приобрести сауну. Я помню, что у нас месяц назад прямо эти сауны шли на расхват. Сейчас было такое небольшое затишье, но, думаю, период зимнего холода, очень будет хотеться побывать в сауне, да, летом не всегда так, осенний период, дела, а вот зимний, прямо прийти, расслабиться зимним вечером дома у себя в сауне, поэтому приобретайте сауны, изучайте, то есть продукция, все, что у нас предлагается в нашей компании, это просто уникальная продукция для здоровья и процветания. Спасибо за внимание, вопросы. Еще, может, кто-то, знаю, что многие использовались, у многих отзывы есть по сауне, по использованию сауны. Можно поделиться. Всем привет, Тань, спасибо большое за информацию, еще раз захотелось купить сауну. Сейчас вот сижу и смотрю на нее, думаю, сейчас что ли прыгнуть в нее. Потому что там продукт действительно хороший. Мы его на себе все опробовали, то есть весь продукт должен проходить через себя, да, то есть все качества продукции ты должен ощутить на себе. Но мои ощущения, то что, ребят, я всегда, почему-то всегда в сауну прихожу и сажусь вечером.
Теперь я понял то, что вот даже не допускал мысли до себя, не то, что не допускал, вот сейчас, Таня, ты все рассказала, да, по полочкам, а у меня многое вообще, знаешь, вот прямо открылось заново, то, что это вот заменитель, допустим, утренней пробежки, ну, там, или прогулки, то, что сжигает там 300 калорий. И вот я теперь подумал, надо просыпаться на полчаса раньше и просто туда садиться утром, и принять себе пробежку, прогулку там и все такое. Тем более, когда борешься с лишними килограммами, я думаю, это очень хорошо подойдет. Вот, хороший продукт, ребят. Что еще хочу добавить к Таниным словам, то, что смотрите, взять, допустим, наше ЖД, да, то есть ребята, которые водят поезда, они, допустим, приезжают в какой-то город, у них там есть определенный часовой диапазон, 6 или 8 часов, или 4 часа, я точно вот не помню, сколько они ведут поезда, машинисты, да? И вот они потом приезжают в город и идут в центр реабилитации, потому что у них есть время отдыха для пересадки на другой поезд, чтобы ехать в обратную дорогу или еще куда-то продолжать вести поезда. И там обязательным условием реабилитации, то есть восстановления сил человека, идет инфракрасная кабина. Понимаете, то есть в каждом городе это есть, в каждом маленьком городе это есть. То есть есть восстановление, инфракрасная кабина, куда люди помещаются на полчаса, на 20, на 30 минут, чтобы восстановить свои силы. И вот теперь у вас у каждого дома будет инфракрасная кабина, где вы можете восстанавливать свои силы. Можете в период простудных заболеваний погружаться туда не только сами, но и садить минут на 10, на 15 своих детей, чтобы они восстанавливались, чтобы не было простудных заболеваний, тем более в период пандемии, когда у нас коронавирус этот страшенный, да, шагает по земле. Надо себя профилактировать, надо запускать все процессы на клеточном уровне, чтобы работала межклеточная жидкость, чтобы работала лимфа и все такое. То есть это очень хороший продукт. Теперь по поводу цены. Многие, когда я со многими людьми общаюсь, да, и многие говорят, ну, ты знаешь, в интернете можно купить и за 12, и за 18 тысяч, там, и за 20 тысяч. И вот просто люди не разбираются. Дело в том, что есть сауны, скажем так, подобные, да, но на парогенераторах. Что такое парогенератор? Тебе просто туда наливается вода, ставится типа чайника, включается в сеть, и вот эта штука у тебя парит. То есть это парогенератор. У нас она работает на камнях. То есть здесь вот, не буду перечислять, Таня очень хорошо сказала, то, что очень большое количество камней, 77 камней по периметру, коврик из камней, то есть на которые вы ставите ноги. И самое интересное, то есть прогревание идет вашего тела, и вы регулируете еще пультом эту температуру нагрева ваших стоп. А как мы понимаем, то, что мы очень много со стопами сейчас работаем, да, у нас и стельки, у нас с вами эссенция, которая помогает нам восстанавливаться, и у нас есть сауна, где вы регулируете, то есть прогреваете свои стопы, прогреваете свои органы, то есть идет воздействие на все органы вашего организма. То есть это удивительный продукт, и самое интересное, то есть цена, которая у нас, да, вот паровая баня, которую я нашел в интернете, она стоит 18 тысяч, наша стоит, ну, допустим, 42 или 31 по повторке. Ну, ребят, ну это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. Дело в том, что посмотрите, сколько стоит фитобочка. Вот. И самое интересное, то есть фитобочка, ну куда вы поставите? То есть дома бесполезно, это занимает место, это объемно и так далее. Наша же сауна, она мобильная, то есть разворачивается она буквально там за 30 секунд. Вы ее можете положить в машину, вы ее можете поехать, если поехали на отдых. Главное, чтобы у вас была где-то розетка, где вы ее подключили. И спокойненько, в любом санатории, в любом, я не знаю, на любой турбазе, на базе отдыха вы можете пользоваться нашей сауной, потому что в машине она занимает очень мало места, весит она 8,5 килограмм, очень быстро застегивается, то есть превращается в переносную сумочку, и то есть везде очень приятно ее использовать. Ну и третье, что хочу добавить, ребят, кто сегодня у нас в бизнесе, да, кто прямо шагает по бизнесу, кто строит бизнес, это очень хорошее предложение для тех людей, которые у вас приходят и думают, что взять на вход. То есть у меня есть знакомая, которая в Москве за один месяц завела 18 степов, продав 36 саун. Вот просто
представьте, она взяла за основу себе вот этот вот продукт, нашу сауну Бугуа. И вот она за месяц продала 36 саунов, закрыв 18 снэпов. Ну, если у кого-то есть калькулятор, вы можете посчитать, сколько она на этом заработала. То есть легкий продукт, человек покупает его, у него не болит голова, то есть какой набор продукции взять, он взял только сауну. И все зависит от вас, насколько вы ее будете рекламировать, а насколько вы ее будете рекламировать, это зависит, есть ли она у вас дома. Потому что если вы ее не попробовали, если вы на ней в ней не посидели, если вы в ней не попарились, не получили удовольствие, то, естественно, вы ее продать не сможете. Для вас это просто палатка коричневая, которая стоит в офисе, и вы не понимаете, как она воздействует. Все нужно пропускать через себя. Так что, ребят, вот очередной крутой продукт, который есть в нашей компании, который есть на нашей кэшбэк-платформе, на которой есть скидка при повторной покупке. Я вам просто желаю, чтобы каждый из вас ее приобрел. Это очень нужная вещь. От мала до велика она всем нужна. Восстановление сил, выздоровление, то есть активация клеток, работа клеток и так далее. Так что я просто предлагаю каждому из вас поставить себе в книгу расходов эту покупку в ближайшее время сауну на повторную покупку. А новичков, естественно, приглашайте, чтобы они заходили на статус золотой карты, покупая нашу сауну Бугуа. Это очень легко, это очень просто, и люди, естественно, будут получать результат, а вы будете получать с этого доходы. Так что отличнейший продукт, ребят, всем советую. Ну вот мое дополнение. Тань, спасибо большое за выступление. Благодарю, Женя, за дополнение. Ребята, а кто есть, вот участники сегодняшнего эфира, кто есть, кто пользуется сауной, у кого-то есть свои результаты? Я, кстати, сейчас выставляла картинку, да, там по поводу целлюлита. Это наш партнер, который за 4 дня, причем, говорит, заметил мой муж, и говорит, слушай, а у тебя ноги ровнее стали. И вот она сделала фотографию, то есть она делала зум, и через 4 дня уже заметила, и сделала через 4 дня. Вот 4 посещения такой сауны, уже, видите ли, ножки ровненькие, да. Вот, это вот такой косметический антицеллюлитный эффект оказывает сауна. Так, кто может какой-то дать обратную связь с отзывами? Доброе утро всем. Ольга Сычкова, город Улан-Удэ. Я хотела бы тоже поделиться своими отзывами. Недаром, да, написано, что сауна Багуа, забудь про фитнес-зал, да, ну, что-то типа в этом роде у нас там, да, написано. Вот, это действительно так, потому что вот когда я начинаю применять каждый день, ежедневно прям, да, по 30 минут сауна, плюс еще добавляю, конечно же, перед сауной стакан водички из нашего резонатора, и после, получается, да, после сауны тоже стаканчик воды из нашего резонатора. У меня за 3 дня у меня результат был минус 1,6 кило. То есть это лишняя вода, лишние токсины, все это вышло. Вот. И само тело, оно начинает подтягиваться и равномерно, причем, да, нет такого, что именно одно какое-то место, ну, потому что мы там сидим уже как раз по шею, так скажем, под подбородок, вот, все подтягивается, становится кожа, омолаживается, естественно, она становится, как сказать, то увлажненная больше, такая нежная, гладкая становится, ну, в общем, эффект просто обалденный. Это действительно и косметический эффект, и физический эффект, и даже вот оздоровительный тоже идет здесь эффект, ну, это вообще просто здорово. Самое главное, чтобы не забывать про это и постоянно применять эту процедуру, потому что вот вчера, например, да, я такая, все, вот после офиса сейчас приду и сяду прям в сауну, посижу хорошенько. Ну, конечно же, домой пока пришла, пока одно, другое, пятое, десятое, совершенно забыла и вспомнила только сегодня утром. Вот, ну, то есть надо как-то себя дисциплинировать в этом плане. Вот, а так сегодня вот ты придешь и сядешь в сауну. Да, 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 наверное, сегодня тогда. Ну вот такой отзыв. Спасибо всем. Благодарю, Оля, за отзывы.
Да, кстати, рекомендую всем, прям, кто вот хочет действительно улучшить качество своей кожи, да, качество своей, вот, не знаю, жизни даже, и качество кожи, вот, чтобы подтянулось все, да, вот, вот эффект вот этот подтяжки, очень рекомендую вот, вот, ну, как применять вот эту сауну как раз. А еще, Оля, можно сказать, качество сна. У нас вот Наржимы сегодня нет, я посмотрела в чате, потому что она в командировке у нас, и она очень любит рассказывать на наших клиентских днях, она рассказывает всегда про сауну, что сауна – это ее лучший друг, что вся семья у нее практически каждый день находится в сауне, и что получает она? Говорит, у меня всегда проблема, говорит, со сном, и, говорит, когда я сажусь в сауне, и уже к 30-й минуте я просто прям готова в сауне уснуть, да, успевая только там вытереться, обмакнуться и дойти до койки, и уже дальше все, у меня глубокий сон. То есть вот так вот расслабляет сауна, и действительно, когда ее проходишь вечером, то я тоже, я не прихожу с офиса, чтобы сразу посидеть, потому что меня тоже сразу вырубит, я иначе могу уснуть прямо в сауне. Но когда я это делаю, допустим, до сна, прямо вот, получила процедуру, вытерлась насухо, да, и я не принимаю никакого даже душа, потому что очень раскрыты сильно поры, и нельзя принимать душ, ну, то есть не рекомендуется. Вот, поэтому я вытираюсь насухо и иду, ложусь спать. Вот, а если это принимать утром, то есть вот как сейчас Женя сказал, да, вместо, допустим, даже пробежки, сейчас уже там холодно, да, кто не любит по холоду бегать, вот, получили эту, прошли эту сауну, просохли, вытерлись, да, через какое-то время здесь уже можно получить душ, там через полчаса, да, допустим, через час, помылись, все, и вот ваша уже процедура сегодняшней дневной пробежки или фитнес-тренажера закончилась. То есть можно и утром, можно и вечером, кому как удобно. Вот, поэтому действительно классный продукт, который у нас есть в компании. И я сегодня очень много получила инсайтов. Тань, тебе огромное спасибо за эту развернутую тему. Ребята, если у кого-то еще есть дополнение, пожалуйста. Я думаю, в Якутии должен самый такой ходовой продукт, потому что у них там очень холодно сейчас. Уже, наверное, в данный момент холодно, да? И вот сауна – это, наверное, самое лучшее, что должно быть в каждой семье. Ну что ж, ребята, если ни у кого… Благодарю всех за участие, благодарю всех за отзывы. Ну, для сравнения, в Финляндии практически каждая вторая семья имеет сауну, поэтому есть к чему стремиться. Надеюсь, у многих появилось желание приобрести эту сауну, тем более, кто регистрируется сейчас, новые партнеры, они еще получат в подарок анионовые наши замечательные очки, либо вы можете сделать сауной апгрейд и добавить себе кэшбэк в $600. Ну и, конечно же, получить огромный оздоровительный эффект для своего организма, для своего здоровья, продлить свои годы жизни. Вот это я классно сказала, да, смотрите, сейчас очень многие люди уже ощутили тему обрезания, когда у партнеров заходят партнеры на золотой треугольник, и вот смотрите, какая тема, да, если, допустим, вы зашли на $500, а под вами зашел партнер на золотой треугольник, то у вас $50 просто обрежется. Почему? Потому что за два степа, это по 500, вы получили по $250, а за бинар, который присутствует при золотом треугольнике, вы уже не получите, потому что у вас пройдет обрезание. Вот, поэтому что нужно сейчас делать, думать над чем, да, над апгрейдами. Сейчас очень многие уже получают серьезные доходы, апгрейд своего аккаунта сауны, да еще и получить за это активатор клеток в подарок, это, мне кажется, очень круто. Очень круто. Так что подумайте, ребята, к сведению. Ну что ж, ребята, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Большое спасибо всех, благодарю участников, кто присутствовал. Все города России, очень хочется уже и другие страны здесь видеть. Вот надо прямо замахиваться уже на страны, да?
Вот, и мы встречаемся с вами завтра в это же время, не пропускайте утренние эфиры, а сегодня вам успешного, про доходы, про салоны мне Женя говорит. Ну да, тема саун, вообще наших активаторов клеток, если даже на апгрейды, да, то это тема еще и открытия своих салонов. То есть, когда вы можете устраивать такие вот парилочки для просто клиентов, чтобы познакомить с продуктом, здесь же можете использовать активатор клеток, золотую эссенцию, воду, которая у нас структурируется за счет, ну и резонатор воды у нас есть, и стержни водородные, да, есть, это то, что делает качественную воду, да. Вот поэтому весь продукт вам в пользу в открытии, да, ваших салонов. Так что тоже подумайте. В некоторых офисах уже используются эти темы, да, у нас. Поэтому, к сведению, вот можно всегда, даже при офисах, если где-то есть удобное расположение вашего офиса и какой-то отдельный кабинет или там какая-то даже ниша, да, вот большой, то есть ваше большое пространство позволяет поставить эту нишу и поставить кушеточку и использовать еще и процедуры, за которые вы тоже будете брать разовую оплату и знакомить таким образом людей. То, что вот к сведению вам, ребята. Ну что ж, еще раз, ребята, до свидания. Большое спасибо всем. Всем успешного дня, больше встреч, больше заключенных контрактов вам. Ну и до завтрашнего дня в это время. Всем удачи и хорошего дня.